Привет, у вас? Да, безусловно, вот то, что вы очень эмоциональны, это может быть проблемой такой достаточно серьезной для отношений. Вот, это может быть достаточно серьезной проблемой для того, чтобы человек был, собственно говоря, с вами, вот, чтобы человек, ну, комфортно чувствовал себя в отношениях с вами. Вот. Так что, да. С эмоциональностью вам действительно нужно работать. Это правда. Вот. А, значит, работать нужно в первую очередь с эмоциональным интеллектом, который здесь у вас явно находится не в самом, скажем так, лучшем состоянии, да, из-за, ну вот, из-за тех проблем, которые имеют место быть. Вот. И для начала я рекомендовал бы вам книгу «Практикум по гештальт-терапии» Федерика Перлза. Вот, книга написана для того, как раз таки, чтобы приготовить людей к работе над эмоциональным интеллектом. Вот, то есть со своими эмоциями. Ну, а дальше уже нужно будет смотреть, что и как у вас вызывает, что и какие переживания у вас вызывает, вот, и что они означают, и как вы могли бы безболезненно, конструктивно для себя их выражать эмоции. Так что тут вот такой момент, и когда вы, например, спрашиваете, ну, задаете вопрос о том, вот, что мне делать, да, то есть, вот, вы спрашиваете, не знаю, что делать, то что делать, чтобы что, Виталий, это первый вопрос, второй момент, то, что если у вас депрессия, то, соответственно, вам необходимо обратиться к врачу, чтобы он вам диагностировал ее, назначил соответствующее лечение, если это необходимо. Вот. И дальше уже будет назначена вам психотерапия. Вот. Ага, в том числе и медикаментозно. Опять же, чтобы вы правильно понимали суть того, что я хочу сказать, да? Гнев – это защита. Ну вот, в первую очередь, гнев – это защита. Это защитная реакция, в первую очередь. И если, соответственно, у вас есть необходимость в том, чтобы защищаться, значит, в чем-то вы видите для себя угрозу. И, наверное, вот с этим, то есть с чувством угрозы, нужно в первую очередь взаимодействовать и работать. То есть, что вы видите угрозы и так далее. Ну, а проистекает гнев из
потребности все контролировать. То есть из того, что вы не чувствуете себя в полной мере в безопасности. Вот. Так что здесь такой вот момент. Соответственно, прочитайте книгу, поделайте упражнения, которые там есть для начала, а после обратитесь к любому психологу, которого вы выберете на нашем ресурсе для начала работы совместно с ним. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.